5 декабря наша страна будет отмечать одну из самых главных дат в истории России – день начала контрнаступления советских войск под Москвой. Повсеместно к этой дате приурочены праздничные мероприятия. Одно из таких прошло в Демехово, где вспоминали героев той битвы. Отступать некуда. Позади Москва. 5 декабря 1945 года. Переломный момент в ходе Великой Отечественной войны, когда победоносный натиск гитлеровской коалиции встретил серьезное сопротивление, что не дало врагу возможности продвинуться дальше вглубь страны. В этом году отмечается 75-летие битвы под Москвой. Потомки говорят спасибо ветеранам за мирное небо, за то, что смогли освободить родину. Великая победа к 9 мая пришла после кровопролитных боев в декабре 41-го под Москвой. Сегодня мы говорим о тех ребятах, которые воевали под деревней Крюково, о тех панфиловцах, которые защищали под Дубосеком свою родину. Александра Иосифовна Филатова и Михаил Иванович Афаняев были участниками той битвы. Молодыми людьми они не задумывались о том, что с ними будет. Они ковали победу. На праздничном мероприятии им вручили памятные нагрудные знаки. 75 лет битве за Москву. Торжественный концерт подготовили воспитанники Демиховского дома культуры. Со сцены звучали проникновенные песни и стихи о погибших героях, о преданности, о фронтовой дружбе и любви. И, конечно же, победе.